сходила, сделала себе брови. Какие-то они сильно большие такие стали. Большие? Нормально. Так же, как тот раз? Да. Да. Как ты сильно вырос. Или крем он потом... Она уйдет, потому что чтобы красноты вот это не было. Не знаю, как-то непривычно. Тогда же так же было. Начали продавать еще для куриц отходы зерновые. Пшеницу. Сейчас поедем. Узнаем, да, посмотрим. В прошлом году мы ездили, что-то не очень было качество такое. Там одни эти такие. Шелуха одна была. Но сейчас тоже поедем, посмотрим. Если нормальное будет, потом уже с прицепом приедем и купим курицам. Сказали, еще не отсортировали пшеницу. Только завтра. Да, завтра после обеда. Пожарная часть, что ли, да? Угу. Пожарка. Памятник стоит. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас День учителя. Всех поздравляем. Всех учителей поздравляем с этим праздником. Желаем счастья, здоровья и успехов. Да. Матвей сегодня будет рассказывать стихотворение. Выступать будут, да? Да, там, выступать. Как праздничное выступление будет. И да, учителей. Будет... Ну, расскажи стих нам. Поздравляем мы сегодня в этот светлый ясный день нас будут прекрасно дорогих учителей. Матвей сегодня очень нарядный, как на 1 сентября. Да. Она это ее очень любимое место, она все тут спит. Потому что здесь стенка от печки идет. Тепло проходит, и у них любимое место здесь, вот на коврике. Маша еще такой коврик постелила. Мягкие, они любят поспать здесь. Деревенская тематика, да? И вот они на коврик разлягутся так, и отдыхают. Тем более, когда печка натоплена. Угу. Ой, очень... Мы уже начали, да, каждый день топим печку. У бабушки тоже топим. Каждый день. Но... Ну, вот сейчас холодает. Где-то уже пролетал снег. Угу. Вот к нам придет. Вода в бочках застывает. Когда вчера же застыла, да? Угу. Кто-то спрашивал про машинку, вот эту, Dex. Спрашивали, как она вам? Да, пиши с ним. Вообще машинкой этой пользуемся часто. Каждый день, часто, практически каждый день. И, значит, вот видите, подшипник начал шуметь. Уже она стала громко работать. Вот это... Ненадолго ее хватило. Можно так сказать. Ну да, были машинки, которые вот у нас в Краснодаре осталась. Машинка, она ей очень много лет, и нету такого, чтобы подшипник там шумел. Да, она немножко под, как сказать, ржавчиной покрылась. Но ржавчиной покрылась. Она медленно стирает. Минуты это... Кто медленно? В Краснодаре или здесь? Здесь? Это долго машинка стирает, но. А у нас вот в Краснодаре она быстро стирает, и она лучше намного стирает. Подшипник вот начал шуметь, не очень-то хорошо. Сварили барончику, мясо с лапшой. Это нам Маша сварила. Собираются, пойдут сейчас в школу. Опытный садовод давно бы уже обкромсал этот куст, а мне вот все жалко, как-то обрезать. Некоторые ветки кажутся такие хорошие. См-
смотрел видео, так там вообще садоводы вот эти, они так кромсают, вырезают вообще много. Кто-то писал, что осенью вообще не подрезают, что весной подрезают, а весной наоборот, когда там подрезать-то, я не знаю. Там уже начинается сокодвижение. Мне кажется, осенью самый раз, если что-то подрезать. Бегает все. Не нравятся они ему, поросята эти. Все равно обрезал много веток. И, наверное, на этом все. Сегодня. Потом так, вот я иду, раз увижу ветку какую-то такую, ее возьму, обрежу. А вот так вот стою, что-то как-то жалко обрезать какие-то ветки. Сейчас хочу сделать заборчики вот такие вот, оградку вот такую, как вот здесь вот сделал, вот на этот куст. На этот первый надо сделать, потому что ветки, они как-то к земле здесь прижимаются. Знаешь такую поговорку? Любопытной Варваре нос на базаре оторвали. Так же и с тобой может получиться, если будешь сувать его куда не следует. Понял? Уйди. Уйди, дурачок, говорю. Барон. Нужно просверлить отверстие сначала, а потом саморез закручивать, а так доска трескает. Удобно иметь два шуруповерта. В одном сверло, в другом бита. Вот. Так вот хорошо трескается. Может быть, отпилить. Чтобы она это не мешалась потом. Ходить будешь? Все задевать будешь, что удобно. Ну ладно, сейчас прикручу, да потом отпилю. Быстро это все делается. Как тепло. Такие же сооружения я делал в прошлом году, стоят нормально, здесь тоже, ну везде целые. Конечно, это не навечно, но все равно ветки потом не ложатся на землю. Вот эта ветка уже вообще к земле начала клониться, а так она вверху будет. Так, все готово, так вот получилось, нормально. Вот здесь вот можно и покрасить ее. Там я тоже хотел покрасить, а Маша говорит, зачем ее красить, все равно все зеленью закрывается. Ну, в принципе, так оно и есть. А здесь кустик маленький, можно и покрасить. Вот здесь вот мы не докрасили.
потому что одна банка закончилась, еще одна большая осталась банка, и открывать ее не стали, потому что не знали точно, что еще нужно покрасить. Как бы, здесь-то понятно, что вот это докрасить, а там еще много останется краски. Вот это хотел покрасить, но все равно бы краска осталась. Поэтому надо будет потом в следующем году подумать хорошенько, что покрасить, и открыть эту банку. Все. Ворожка. Кокошка, ворожка. Сегодня будем перебирать морковку и спускать ее в наш погреб. Яму. Яму и домой немножко. Маша много моркови переработала. Уже очень много. На терке вот эту. Уже заморозила ее. Но осталось еще очень много. Вот видите сколько. Сейчас будем сортировать ее. Мелкую в одно. Там поросятам она пойдет. А крупную в яму. Тут уже мусор. На хранение. Тут уже мусор похозяйничает. И попробуем один способ еще. Да. Там потребуется стеклянная банка. И морковка. Трехлитровая банка. Потом покажем чуть позже. Там еще спрашивают насчет картофеля. Сколько мы ведер сажаем? Садим. В этот год 15 ведер мы садили. Всего 15 ведер было посажено, а собрано 110, да? 115? 115. 115. Вот. Морковку рассортировали, мешки, ведра, мелкая, крупная там, которая в мешках, сейчас опустим туда. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну это тоже можно, это. Что, рассортировать туда? Да, по мешкам. Ага. Мне кажется, вот сюда надо добавить. Да, я говорю, что побольше надо сюда. А это поросята, мило себе пойдет. Угу. Баник свалится. И вкусно будет. Вместе с картошкой. Ага. Перемешку. Помощник. Позвонили, заказали брус, доски. Сказали, что через неделю привезут. Работы много было. Но некогда было стройкой даже заниматься. Уборка урожая. Туда-сюда. Наше подземелье. Сейчас я туда залезу. Я же не была. Так, еще вот смешок какой-то достает. А там щелку достает. Но вот ее надо убирать оттуда. Вот ее в сторону. Ее вот сюда вот. Но. Картошку мы также спускали в ведра. Да, все. Вот и все.
закрывать пока не будем. Угу. Как только холод начнется, сильный холод, тогда мы закроем ее. Ну что, прикроем как-то. Я думал, что перцы, они зеленые сами по себе, а они вон краснеют. Их надо, да, с ними что-то делать. Будем пробовать новый метод хранения моркови. В банках. В банках. Вот так вот морковь размещается в банку. Эй, толстая сильно попалась. И просто ставится. Переворачивается. Да. Надо ставить не на землю, чтобы влага не шла, да, с земли, а на какую-то кордонку или а там фанерку. У нас плахи. А, ну или доски, да? Ой, на доски все. Надо вот так вот, чтобы жопками вверх. Так вот он как-то складывал. Вот так вот. Зимой потом, ближе к Новому году, да, посмотрим, да? Ну. Какой результат будет? А может, правда? Вот и все. И вот, вот так вот переворачивается и ставится. Женщина показывала, хорошо сохраняется морковка, она не дряблая, да? Такая вот, как есть. Но там у нее немножко ростки так проросли и все. Но это тоже, знаешь, зависит от температуры в подвале, там, да, вот это всего. Посмотрим, как у нас она будет храниться так. Можете тоже такой эксперимент провести, да? Пока три баночки. Было мое любимое место. Да не буду я морковку мыть. Мне кажется, в такую банку надо было длинную такую выбирать. Ну, не толстую, а длинную такую. Вот типа такой, да. Вот так вот. Сразу говорить. Ну, я тоже же, откуда мне знать-то? Я вот так просто смотрю, что это. Все? Угу. Все, сейчас подпад. Вот здесь будут стоять наши баночки с морковью. Посмотрим. Еще такой способ хороший, это вообще. Но я еще хочу попробовать, у меня есть вакууматор. А. И вакууматор их. Ну-ну-ну. После того, то и в телеграме, то и на канале у меня, что писали, говорит, что вот пакетик, говорит, чтобы воздух высосать. Понятно. А ну вакуум. Ну оно же вакуумом, это хорошо же. Ну, запасики наши. Здесь тоже компотики еще с прошлого года тут стоят. В этом году. За прошлый год еще. В этом году вишни урожай не было. Яблок тоже не было. Яблок тоже не было. Юрги тоже не было. Птицы склевали или что, или не было вообще? Птицы склевали его. Ну, у нас есть еще запасы, да. Ну, у нас еще года не хватит. Надеюсь, в следующем году будет хороший урожай. Заезжали на почту. Вот наша почта. Отправили посылку. Я купила календарь. Календарь вот такой лунный, посевной на 2025 год. Ничего, год обезьяны. Ой, змеи будет. Я посмотрела. Тут посадки, когда можно все садить. Благоприятные дни для посева, ну, и посадки. Вот так вот. Проведение основных огородных работ. Лунные. Новолуние, растущая луна. Ладно, поехали домой. Пробуй долго, сыну сейчас больше. Ну, отправляли тебя долго. Угу. Мы поехали в Заводоуковск. Надо поросятам купить опять корма. Поросят много, да, часто приходится ездить. Да. Я уж подумал, на прицепе может приехать. А мне кажется, тоже надо вот к зиме. Да. Что ж, считай, что у нас сейчас уже скоро пойдет холод, грязь вот это.
как сказать, скользко будет, что говно. Надо ехать только сейчас тогда. Там на прицепе же нет щупов. Ну а что? Чтобы полный прицеп загрузить и сейчас что уже не ездить. Какая красота. Оно так переливается красиво. Все березки, сосны так. Осенняя красота. Купили отруби, подорожали. Стали стоить 200 рублей мешок, а стоили 160. Ну, что-то все. Хорошо подорожали, да? Ну, сразу резко так. Это как мы собрались, да, с прицепом приехать. Ну, можно еще в Виутровске взять, там подешевле должно быть. Так что это... А сейчас домой поедем. На заправку заедем и домой. Приехали уже домой. О, смотри, сколько нарыли тут яму. Вчера мы кастрировали двух поросят, вот этих черных. Раз никто не покупает, мы решили оставить их себе. Будем откармливать, да, на шашлык. Посмотрим. Вот эти два черных, они кастрированные уже. Одного оставили на племя. И одна самка рыжая. Чё? Самец? А рыжий, а это самка. Ну, громко. Они меня, видишь, они меня по голосу просто знают уже. Они уже с этого боятся. Скажут, опять, наверное, отрезать что-то будет. Закрыть надо. Сейчас будем кормить их. А не закрывай их сразу, это. А, накормите. Ну, я уже насыпала, сейчас выйду на яйца. Поросятам даем не только дробленку, они едят и вареный картофель, и огурцы, все подряд. Морковку. Морковку. Сейчас там морковки навыбирала много, надо ее им тоже валить будет. Вот будем баню топить. Курочки вышли на травку. Вот они сюда вот любят выходить почему-то, а туда в огород боятся ходить, где яблоня. И тут там травы, ну там тоже травка зеленая есть, а тут они, вот как будто они вот эту вот хорошо клюют. Вот эту вот, вот эту траву, вот такую вот. А вы куда пошли? Барон просится, чтобы его отпустили. Сейчас отпустим, сейчас управимся и отпустим. Так вот. А это вы два хуигана, а, хуиганы? Я думаю, кто их постоянно тут, они это? А этих два, представляешь, черных? Черные хулиганы? Да, они этих рыжих отгоняют. Ладно, все, стаскал. У нас тут уже целая куча. Мешков пригодятся. Че, два мешка бонус? Угу. Разрезать надо? Угу. На, ты лучше это делаешь. Потому что я знаю уже лучше. Надо. Мне Ваня тут тоже говорит, мама, можно я, говорит, подрезаю? Я говорю, ну давай. Вот он. Он подрезает, подрезает. Вот он думал, как его я разделываю. Я ему потом говорю, вот ниточка, видишь, говорю, так, хоп, и все. А второй мешок потом он сам.
На следующий год надо обязательно обновлять курс. Обновлять. Ну, вот осталось 11 штук, а уже это старые стали. Стаи. И плохо нести стаи. Потому что вот они зиму хорошо вообще неслись. Они ничего не знаю, как они. Они сейчас плохо стали нестись. Оказывается, что туда же в огород их отпускаю. Там гоются, что нам должно яиц много быть. Что-то мошек столько. Вот эта стена, вот видите, она такая идет вниз. Неровная, что... Наклон. В наклон, да, как горочкой так идет. И если брус-то ложить... Как его, видишь? Не так же, не в наклон. Как его ложить-то? Это надо выравнивать будет. Угу. Короче, здесь тоже. Или, будет, или вот сюда как-то доски подлаживать, чтобы под уровень, а потом сюда вот в это отверстие что-то заделывать. Вообще, я что думал, сделать здесь просто опалубку и залить опилкобетоном. Цемент смешать с опилками. Но я вот не знаю, вообще кто-нибудь так делал, как оно будет контактировать. Здесь же бревна. Вот видишь, бревно. Угу. Потом как вот этот опилкобетон будет? Сделать арматуру, просверлить вот так, штыри вот такие. Угу. Опалубку сделать и залить. Вот вровень, как вот по этому уровню, как будет потолок. И тут также сделать. Оно бы так бы проще было даже. А с брусом тут придется повозиться. По идее, вот так вот вообще вот это все спиливать. И тут вот так вот. Ну вообще вот как бы по-нормальному было бы вот это все убрать и ровненько уже уложить брус. Вот эти все кривые, ну как которые спиленные, вот эти бревна, все их убрать. И уже новый брус положить. Но это тогда нам одного куба точно не хватит. Тут куба три, наверное, надо. Нет, да. Два бы хватило. Наверное. Здесь вот это строение, оно старое, и как-то не очень хочется влаживать большие деньги сюда. Что столько материала хорошего, да, портить вот на вот это все. Мне вот просто само интересно, вот делал кто-нибудь вот так, что вот бревна идут, а потом опилка бетоном заливать. Ладно, будем делать как-то так. Ну, это такая стена тут, она внутренняя как бы, но вот та с той-то стороны, наружная получится. Здесь вот можно было бы, вот что будут какие-то щели пеной запенить, да и все. А потом все равно штукатурка. А, или гипсокартон, там штукатурка, что-то будет. И все. Все это не будет видно. Ладно, будем делать. Тут, короче, работы вообще. И тоже вот здесь-то я думал, потолок будет здесь. А здесь вот посмотрел, он же выше потолок получается. Угу. Если делать как здесь, то тогда, значит, и надо и вообще вот, вот видишь, вон там, где. Это значит еще один кирпич ложить надо. И тогда уже, если еще один кирпич положить, то это надо еще выше туда залазить, оттуда вот откуда идти. А я хотел сделать, чтобы, ну вот здесь вот крышу вот эту разрезать, и что если мало ли что, оно будет капать даже, но не на саму туда, не в дом. Ну как бы сделаю это так, чтобы нормально все было, ну так, на всякий случай. Чтобы совсем не кромсать эту крышу-то, все там переделывать. Короче, задача не из легких предстоит. С этой крышей, с этими стенами. На сегодня будем заканчивать наше видео. Всем пока. До новых встреч.